Ну? К деду пришли. Мамочка готовит чавелевый суп. Сейчас будем кушать. Я уже совсем голодная. Пришла покушать, потому что дома кушать нечего. А волк зубами щелк. А он уже его не боится давно, причем. Тут лягушка, ква-ква-ква. Вот он что помнит. Лягушка? Что? Помидор будешь? А? Вот так нормально? Нормально. Главное, что нет. А что там дядя Витя делает? Сообщение шлет. Климка, а ты будешь кушать? Он сегодня уже бешбармак поднял. Что ты хочешь? А как курочка делает? Скажи, как курочка делает? Клим. Ему помидор нужен. Климка будет кушать первые бабульные помидоры. Да. Классно, наверное, нужно этот помидор. А ну-ка, пробуем. Она попробует. Он, наверное, не подозревает, что это помидоры, думает, что это персик. А, уже весь обрызгался. Так. Чего это она твоя? Ммм, вкусно. Так, сегодня у нас какое число? 31 числа созрели первые помидоры. И мне перепадает. Эй. У Клима и у бабули одинаковые шорты. Эй, товарищ, ты куда пошел? Какой у Клима виноград! А ну-ка покажи, что у тебя, Клим! Ой, какой виноград! Дай маме попробовать виноград. Или ты волку понесешь? А волк сейчас что съест? Сейчас что съест? Ой! Климовёшка, такое солнышко тут. Я помню, когда мы здесь жили, я всегда именно в такое время на это солнышко выкладывала Клима, чтобы он получал витамин D. Вот, у меня ностальгия. Клим, да, там он сейчас тебя покусает. Зеленыш. Ой, Тимой хороший. Все мои племянники, вообще все обычные дети, кто приходит домой, очень боятся волка. Один Клим не боится. Эй. Ему ничто не страшно. Так, надо там шкаф закрыть. Мама меня будет ругать. Открыла и не закрыла. О-оу. Этот Климовёшка, его вообще нельзя оставить одного. Дела у него деловые. Вот так, посиди, отдохни. Я ему вчера показала, что в этот кухню нужно кричать. А дай мама крикнет. Да. Тима, да. Хороший. Ты опять это самый. Вера Панькова. Это без очков книги, любите. Владенечки. Климовёшка тут свои порядки наводит. А то потом она сотрётся. Это ее внук? Ну, на Веру, вот она прислала фотографию. Вышла на меня, стала мне писать. Вера Панькова. Вот за ним. Но. Правильно. Только молодец. Они подросли, вроде, не ладят. Пошли. Молодец. Ну-ну-ну. Да-да-да. Ну-ну-ну, вот так, но, да. Ну-ну-ну, скажи, дядь Витя. Вот пришел у нас заказ, такая кепка.
Бабуля говорит, что он похож на фрица немецкого. Бабуль, поправь кепку. А то уши торчат. Нормально, тепло. Опять у нас. Теперь у нас две большие кепки. И ни одной, которая впору нам. Ух ты, вот такой вот вкусный стол получился. Климка? Гу-гу! Смотри вперед. Налево поворачивай. Клим, Коко! Где мама? Мама где? Вот смотри, мама, смотри где. Ой, едем домой. Мы едем. О, мотики. Ага, выброшилка. Надо было вступление, он любит. Давай вступление. Прям. Вот да, с самого начала надо. Ничего на свете лучше нету, чем водить друзьям по. Представление. Вот этот маленький кубик тоже убери, мам, перед ногами. Вот так. Е-е-е. Своих призваний не забудем. Ой! Всех радости мы приносим людям. Нам у творцов заманчивые соды не забудем. Клима, танцы! Опа! Пока мои там смотрят бременские музыканты, я тут немного приготовила чая. Мы у мамы покушали, поели арбуз, теперь пришли ко мне пить чай. Вот так вот скромненько я накрыла на стол. Чуть не забыла, у меня есть пирог. А, остатки. Сидит во главе стола деловой с чупа-чупсом. Так глубоко не суй. Давай посвечу. Посвящу. Дай папе, папа посвистит. Посвистеть дай. Клим, ну дай. Дай папе. Посвистеть. Сейчас я дам. Уже не свистится. Все высосал.